Доброго вечора, ми з України, мене звати Рауль, ви дивитесь проект «Україна в огні». В прошлый раз я обещал, что начну выпуск с натовского Вундерваффе, которое уже осваивают украинские военные. Это долгожданные дальнобойные системы залпового огня HIMARS и MLRS. Они точные, они мощные и в зависимости от боеприпаса могут наносить удары на расстояние до 300 километров. Раньше такой техники у нас не было и все стреляло максимум на 100 километров. Вместе с высокоточной артиллерией с дальностью стрельбы 40 км плюс мы можем получить превосходство в артиллерийских дуэлях, наносить удары по тылам противника и с безопасного расстояния уничтожать технику и живую силу противника. Еще одна отличная новость. На сегодня на вооружении у ЗСУ уже находится достаточное количество американских противокорабельных ракетных систем «Гарпун», чтобы потопить весь оставшийся флот Российской Федерации в Черном море. И это без учета секретного украинского вундерваффе «Нептун», которое после перформанса с крейсером «Москва» в представлении не нуждается. В ближайшие месяцы у нас появится больше самолетов, больше артиллерии, больше систем контрбатарейной борьбы и, возможно, самые современные системы противоракетной обороны. А еще у нас появится еще один «Байрактар». На него собирала деньги вся Литва. Маленькая страна с большим сердцем за 3 дня собрала 5 миллионов евро на покупку дорогостоящего турецкого беспилотника. Сбор средств начал известный литовский журналист Андрюс Тапинас. При этом это не история про то, что мы сейчас соберем деньги, а потом попробуем купить Байрактар. Нет, все было тщательно продумано, и потенциальная закупка была согласована с Министерством обороны Литвы и турецким производителем. Компании по сбору средств присоединились президент, премьер, министр обороны и экс-президент страны, хорошо известная в Украине Даля Грибаускайте. Я бы сказал, что сбор средств в Литве превратился в настоящий национальный марафон, и средства также приходили из других стран. По словам Андрюса Тапинаса, люди присылали от нескольких евро до 500. Уважаемые жители Литвы, мы всегда знали, что вы наши друзья, и мы очень вам благодарны за всю ту помощь, которую вы сейчас оказываете в борьбе с извечным врагом. Поверьте, Аркастан падет, порабощенные народы будут освобождены. Понятное дело, что современного оружия нам потребуется еще очень много, потому что Россия – это реально один из самых больших складов вооружений в мире. Да, кривого, да, устаревшего, но оно по-прежнему способно убивать. Вы сейчас видите сводку потерь российских войск в Украине. На данный момент, по данным ЗСУ, было уничтожено 1349 российских танков. Это выдающийся результат, даже если все делить на 2. При этом, если верить России, это всего лишь 30% от всего количества танков Российской Федерации. Так что надеемся на нашу артиллерию и традиционный российский трэш, когда половина техники неисправна, а вторая некомплектна, потому что все разворовали. Расконсервированные 50-летние танки Т-62 тому косвенное подтверждение. Но убивает не танк, убивает экипаж, который находится в нем. И здесь у меня традиционно хорошие новости. Во-первых, по данным британской разведки, российская армия понесла катастрофические потери среди офицеров среднего и младшего звена. Это молодое поколение профессиональных офицеров, которое невозможно восполнить за месяц и даже за год. И именно они являются, как любят говорить русские литераторы, становым хребтом российской армии. Когда генерал отдает приказ, его выполняют толковые полковники, майоры, капитаны и лейтенанты. Если их нет, армия превращается либо в стадо баранов, либо в стаю шакалов. А это уже опасно даже для генералов. Слушаем перехват СБУ, из которого понятно, что в Донецкой области российские контрактники едва не расстреляли генерала Солодчука, который приехал показать Кузькину мать мужикам, которые за последние месяцы неоднократно видели нечто пострашнее Солодчука и Кузькиной матери. Вчера командующий ночью приехал. Командующий роту приехал. Какой рот-то? Округом. Он приехал. Ему вопросы там задали, у кого окончание контракта. Тебе, у меня спрашивают, тебе, говорит, сколько осталось до конца контракта? Я говорю, 20 копейками дней. Он, ну вот тебе 20 дней, говорит, чтобы сдохнуть здесь. Он чего? Ну вот так, и потом все в отказ пошли вперед и ехать на передок. Ну это вообще бред уже, у нас от БТГР, от 600 человек у нас 215 осталось. Остальные 300 и 200. Он черный. Ну все, у нас батарея практически вся в отказ пошла.
Он начал стволом махать, стрелять. Там. Я говорю, вас завалю, если не поедете туда. И все, тут пацаненок, иди, говорит, вали, гранату, чеку выдернул. Говорит, ну давай застрели, говорит, меня вместе, говорит, подорвемся. Говорит. Все. Там и очень спецназеры на нас тоже стволами тыкать начали. Хуй. Мы на них стволами, короче, чуть не перестрелялись. Он свой бобик сел, уехал. Нахуй надо, езжай домой, давай. Ну вот я тоже так же думаю. После его лишних слов я что-то вообще тут не хочу оставаться. Тебе, говорит, 20 дней. А как у него фамилия? Солодчук. Генерал-полковник. Солодчук? Солодчук. Генерал-полковник. Там чего, ел что ли ваш? Солодчук, Волочук. А ну не может наша уже бригада взять, потому что тут уже ни хуя не осталось, все пораздолбили уже, ни личного состава, ни хуя нету, у нас штатный один командир орудия остался, у нас два орудия всего осталось, из 12, все пораздолбили, а хуй, 12 машин сейчас, которые могут ехать, всего 3. Особенно меня порадовала фраза «сел на свой бобик и уехал». Генерал на бобике в 2022 году. В этом вся суть второй армии в мире. Бобики, 50-летние танки и 67-летние вертолетчики из Беларуси. Воистину бессмертный полк, но, к сожалению, он действительно очень большой. Тем не менее, такие настроения в российской армии не просто вселяют надежду, что желающих воевать в Украине будет все меньше. Так оно и есть. Путин боится объявить всеобщую мобилизацию, потому что это фактическое признание поражения. А скрытая мобилизация выглядит приблизительно вот так. Вот скажите мне, почему в вербовочном пункте мы слышим западную классику, а не «Батяня комбат» или «Вперед, Россия»? Если не ошибаюсь, это вообще Фрэнк Синатра, а этот надувной солдат. Нет, я понимаю, что у российского солдата вид должен быть бравый и дебиловатый одновременно. Но он реально похож на военного, который уже вернулся с войны, а не собирается на нее. У него мононога, одна рука парализована, а у второй постоянные судороги. Еще очень понравился слоган «Военная служба по контракту – твой выбор». Ну типа ты, придурок, сам так решил, так что обижаться не на кого. Тут респект, все максимально правдиво. Только танк на плакате должен быть без башни и гореть. А так все ровно. Не удивлюсь, если к шедевру приложил руку Артемий Лебедев, который косплеил бравого солдата Швейка. Про военных пенсионеров, которые пачками гибнут в Украине, я рассказывал в прошлом выпуске. Мой прогноз. В ближайшее время может появиться и Путин-Югенд, который будет полностью скопирован с Гитлер-Югенда. Напомню, что это была молодежная военизированная организация с очень пафосным слоганом «Кровь и честь». Когда дела пошли совсем плохо, этих мальчишек Гитлер тоже бросил в бой. В РФ детей обрабатывают похожими методами. И вот я ни на секунду не сомневаюсь, что в случае чего вот этих вот детишек путинский режим не пожалеет и тоже бросит в мясорубку. Пускай только подрастут, а слоган «нефть и газ» уже готов. Потому что Россия на сегодня устроена так, что старики и дети должны воевать за Путина и его доходы, а не Путин должен воевать за них. Ну, разумеется, московские попы, как всегда, здесь ни при чем. Кстати, после прошлого сюжета, где я высказал мнение о полном запрете филиала ФСБ в Украине, мне написал в комментариях Александр Планшет. Он попросил не комментировать вопросы, в которых я не разбираюсь, и пригласил в Чернигов. В ответ я пригласил Александра в Киев посетить Киево-Печерскую лавру, пообщаться с отцом Павлом Мерседесом, расспросить того про доходы, автомобили, недвижимость, коронавирус, правила дорожного движения и про то, как он поддерживает украинскую армию. Думаю, Александр очень удивится и даже расстроится. Также я расширю свой ответ. У нас уже есть Украинская православная церковь. Зачем нам вторая? Это же не Кока-Кола и Пепси. У церкви нет разных рецептов. Он один. Это православие. Просто я не безосновательно подозреваю московский патриархат в коллаборационизме и прямой работе на российские спецслужбы.
Что касается «не все такие», подтверждаю, мой однокурсник, батюшка Сергий, трудится в приходе Московского патриархата. Честнейший человек, но мне кажется, он там в меньшинстве. Что касается российского православия, то мне кажется, что оно идет нога в ногу с языческим мистицизмом, и государство ради победы готово поддержать даже шаманов. В ряд защиты участников спецоперации на Украине провели хакасские шаманы. Они просили духов земли поддержать наших бойцов. За таинством на хребте Сахсыр наблюдали наши корреспонденты. Как только последние лучи солнца скрылись за горизонтом, Валерий Николаевич приступил к последним приготовлениям. С виду обычный местный житель, на самом деле старший шаман. Именно он бросил клич среди своих, обратиться к высшим силам. Обряд провели по всем канонам, в качестве подношения духом голова быка. Там еще кое-что заложено, я об этом говорить не буду. Кое-что есть там внутри, но сакрально. Обратите внимание, это сюжет телеканала «Россия», не любительская запись в Ютубе или на ТикТоке. И здесь возникает вопрос к российским пропагандистам. Буквально через 5 минут на вашем же канале пойдет сюжет о солдатах полка «Азов» о том, что они поклоняются скандинавским богам. И это очень ай-яй-яй. Не скрепно, не православно и богомерзко. При этом голова быка в жертву духом, чтобы защитить участников спецоперации, это нормально? Интересно, а что думает по этому поводу генерал-патриарх Кирилл и ваше телевизионное руководство? Это же настоящая телевизионная селедка с молоком и соленым огурцом. Я просто не понимаю, как зрители выдерживают эту вашу кремлевскую диету. Но сейчас я вас окончательно добью. Но сначала признаюсь. Сначала я думал, что это гениальный троллинг. Потом, что это фейк. А теперь я понимаю, что это гениальное бизнес-решение. Продукт востребован временем. Итак, российский пластический хирург Евгений Добрейкин, который утверждает, что сделал 7 тысяч русских красавиц, а это минимум 14 тысяч сисек, предложил клиенткам новую линейку патриотических имплантов. Дальше просто смотрите. Представляю вам новое поколение грудных имплантов «Росгрудь». Конечно же, это все тот же имплант, наполненный силиконом, но только посмотрите на покрытие этих эксклюзивных моделей. В линейке представлены два варианта стилизации. Российский триколор и классический армейский камуфляж. Настоящие патриотки смогут выбрать ту модель, которая будет ближе им к сердцу в прямом и переносном смысле. Стильное решение для тех, кто любит родину и хочет иметь что-то больше, чем просто наклейка на машине или татуировка на плече. Кроме того, это экспериментальная модель имплантов, чье уникальное покрытие абсолютно безопасно и успешно прошло все необходимые испытания. Я хочу быть самой красивой и самой модной, обладать чем-то по-настоящему эксклюзивным. И импланты «Росгрудь» как раз то, что мне нужно. Я не могу всегда носить с собой флаг, иногда даже паспорт положить некуда, а «Росгрудь» позволит мне чувствовать себя патриоткой, даже если на мне нет одежды. Она сможет себя чувствовать патриоткой, даже если она без одежды. И даже если с флагом во рту. Евгений, да ты чертов гений, но нужно двигаться дальше. Ведь еще свободна ниша имплантов головного мозга с камуфляжем, триколором, колорадской лентой, извилинами в виде букв Z и V или надписью ВДВ. К тому же не секрет, что осколки на войне способны отсечь не только голову, руку или ногу. Здесь тоже нужны будут импланты с камуфляжем, триколором, гербом России и портретом Путина. Можно поэкспериментировать с надписями «Ахмад Велик» или со словом «Юг» арабской вязью. Короче, Добрейкин вперед. И только что я, знаете, вспомнил вот знаменитый анекдот по поводу секса по телефону, когда мужик звонит, говорит: «Девушка, а у вас какая грудь?» Она говорит: «Большая». Он говорит: «Ой, а мне нравится маленькая». Он говорит: «А вторая маленькая». Можно все переиначить. Когда ты звонишь, говорит: «А у тебя какая грудь? С триколором?» Она говорит: «С триколором». Ты говоришь: «А мне нравится с камуфляжем». Он говорит: «А вторая с камуфляжем». Почему нет? А теперь переходим к делам международным, которые по-прежнему сводятся к двум тезисам. Россия – это Третий Рим, и Россия сражается с нацистами. При этом нацистами являются все, кроме Эритреи, Сирии, Армении и Дональда Трампа, который считает, что оружие для Украины может и подождать. И это, кстати, также ответ украинским сторонникам Рудачёва Гетьмана, которые периодически врываются в комментарии и сообщают, что Дональд был последней надеждой Украины, а Байден – зрадник та агент Кремля. Напомню, что ранее в своем интервью Дональд Трамп назвал гениальным и очень разумным решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Я цитирую: «Я вошел вчера в дом, там работал телевизор, и я сказал: это гениально, Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно».
Кстати, после этого шедеврального спича даже самые твердолобые политические союзники Донни решили от него дистанцироваться. Я знаю, что нас смотрят и в США, и хотелось бы от вас услышать комментарии, кто больше друг Украины, Дональд или Джо. А мы пока узнаем, кто на этой неделе стал нацистом номер один в Европе. Вы не поверите, но это любимый телефонист Путина и по совместительству президент Франции Мануэль Макрон. На него внезапно набросилась грустная лошадка Лавров и сообщила, что Франция разжигает украинский национализм и неофашизм. Каким образом, спросите вы? Париж вооружает Киев и мешает России эффективно убивать украинцев, а это нечестно. Пожелание нанести поражение России – это вообще кощунство. Европа должна болеть за великую путинскую Россию. И это как-то все очень запутанно выглядит. По мнению России, вся Европа, кроме Венгрии, которая поддерживала Гитлера, это фашисты. При этом вся Европа – это рассадник сексуальных меньшинств, которых уничтожал фашизм и которых ненавидит путинская Россия. При этом фашисты – это Европа, а не Россия. А еще Европа фашистка, потому что помогает стране, на которую великодушно, но несколько вероломно напала Россия, которая не напала, а пришла освобождать и поэтому уже стерла с лица земли половину Донбасса. Разумеется, следующим на очереди будет канцлер Германии Олаф Шольц. Во-первых, он немец, что для России уже как бы показательно. Во-вторых, Шольц во время телемарафона Save Ukraine заявил, что Путин не победит в этой войне. Что Германия помогает беженцам, их уже 800 тысяч. Германия помогает деньгами и оружием. От себя добавлю, что если бы слова могли убивать, то одного Олафа было бы достаточно, чтобы уничтожить всю российскую группировку в Украине. А ведь есть еще система залпового словесного огня Мануэль Макрон. И да, я часто критикую Олафа Шольца, потому что первая экономика Евросоюза и третья в мире могла бы сделать для нашей победы гораздо больше, потому что это и в немецких интересах тоже, особенно если Германия и в дальнейшем хочет оставаться лидером Европейского Союза. А вот Италия, по крайней мере на прошлой неделе, отбилась от фашистского клейма, но для этого пришлось накрыть мокрой тряпкой Владимира Соловьева. Voglio ricordare perché proprio i vostri fascisti italiani sono arrivati fino alla mia terra russa. Poi i russi non sono arrivati nella vostra terra. Ultima volta mi sembra che Suvorov è arrivato con i francesi. Perché lei ha comprato quattro ville in Italia? Ma se l'Italia è fascista, perché ha comprato quattro ville in Italia? На этом практически все. Но я не хотел бы, чтобы у россиян сложилось мнение, что я боюсь или ненавижу их. У России великая культура и традиции, от многих из них я просто в восторге. В этом клипе, кстати, собрано все, что мне нравится в этой стране. Кокошники, балалайки, медведи, бабы и долбы. Как говорится, все в одном флаконе. Добро пожаловать в нашу могучую страну! Welcome to Russia! На цьому все. Ви дивилися проект «Україна в вогні». Пам'ятайте про те, що Російську Федерацію буде зруйновано. Слава Україні! А я сейчас вам покажу. На потери готовились на Беларусь. Превентивный удар нанесен ВСУ. И мы развязали эту войну. Превентивный удар за 6 часов. Мы сидели в вертолете, и нам хорошо. А мы там всех них, наши солнечные станы. Идут до границы наши войска. Если бы не мы, если бы не мы, не было войны, не было войны, не было войны. Если бы не мы, если бы не мы, не было войны, не было войны, не было войны.